крупномасштабные учения на фоне ядерного кризиса. Объединенная группировка войск США и Южной Кореи начала двухмесячные маневры с задействованием ВВС, военно-морских и сухопутных подразделений. Привлечены до 200 тысяч южнокорейских и 11 тысяч американских военнослужащих. Эти маневры предназначены для укрепления безопасности Республики Корея и боеготовности ее вооруженных сил. Наши солдаты также получат необходимые боевые навыки. По своему характеру учения предназначены для сдерживания. Сдерживать вероятного противника, судя по всему, будут атомный авианосец, истребители F-22 и стратегические бомбардировщики B-52. Параллельно с 11 по 25 марта широким применением компьютерного моделирования состоятся маневры Key Resolve. Их цель – повышение оперативно-боевых возможностей союзных войск по отражению угрозы со стороны Северной Кореи. В Объединенном штабе отмечают, Пхеньян был проинформирован об учениях, однако на севере уверены, Вашингтон и Сеул целенаправленно вводят в заблуждение мировое сообщество, а истинной целью учений является подготовка к нанесению превентивного удара по КНДР. ЦК Трудовой партии Кореи предупреждает, такие военные провокации могут привести к ядерной войне на Корейском полуострове. Северная Корея демонстрирует явную агрессию. Ким Чен Ын недавно посетил 4 воинских части и проверил боевую готовность подразделений. И в этот раз учения проводились намного тщательнее, чем в предыдущие годы. В ответ на нарушение Пхеньяном режима нераспространения, страны региона озаботились наращиванием собственных вооружений. США разрешили Южной Корее расширить радиус действия баллистических ракет с 300 до 800 километров, что позволит достичь любой точки на территории КНДР. А сразу после ядерного испытания в Северной Корее Сеул объявил, он ускорит реализацию этого решения. Сегодня в Южной Корее раздаются призывы обзавестись собственным ядерным оружием. Горячие головы пока в меньшинстве. Правительство страны официально отвергает этот путь, но наблюдатели не исключают роста числа сторонников агрессивных действий. В Японии также раздаются призывы к пересмотру ее безъядерного статуса и мирной конституции с креном в сторону модернизации армии и вооружений. Эта тенденция набирает обороты по мере роста могущества Китая и ядерной угрозы со стороны КНДР. Аналитики утверждают, есть все основания всерьез говорить о возможной перспективе усиления гонки вооружений в Восточной Азии. Владимир Унанянц, RTVI.